субботу, 10 октября, состоялась военно-историческая реконструкция «Дороги войны». Гости увидели сражение местного значения в хуторе Любимовка близ Запорожья в период начала форсирования Днепра, которое произошло 10 октября 1943 года. Здесь мы будем выступать как красноармейцы и показываем одну частичку Второй мировой, какая она была разрушительная, как казнили мирных жителей, также как было тяжело красноармейцам занимать позиции или же отвоевывать, также как было тяжело простым жителям, как было сложно жить в это время, и как мы благодарны тем, кто сделал для нас эту победу. Пионеры, устроившие концерт для раненых солдат, внезапные выстрелы, нападение немцев на хутор, расправы над местными жителями и освобождение Любимовки советскими солдатами, радость победы. Все это зрители увидели, прочувствовали на себе за 30 минут сражения. Но это очень важно, потому что сейчас это стало настолько далеко от всех, мы не понимаем то, что было тогда. И хотя бы немножко мы окунулись и поняли, что да, это действительно было страшно, это действительно было очень жестоко, и мы видели, как ребята показывали, как убивали, и жутко, очень жутко. И хотя бы мы немножко с этим, как бы, ну, увидев все это, поняли то, что да, не зря живем, и не зря мирное небо над нами, и надо это хранить. После гости фотографировались с участниками реконструкции, с техникой, оружием, пробовали настоящую горячую полевую кашу. Кроме того, на память можно было получить юбилейные монеты, посвященные 70-летию Победы.